Бытие, 12 глава. Прочитаем о начале отношений Авраама с Богом. Господь сказал Аврааму: «Оставь свою страну, свой народ и отцовский дом, и иди в землю, которую я тебе укажу. Скажите, у Бога все еще есть великое будущее для меня. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя, то есть дьявола. И через тебя получат благословение все народы на земле». И Авраам отправился в путь, как сказал ему Бог, и Лот пошел вместе с ним. Аврааму было 75 лет, когда он ушел из Харана. Бог пришел к Аврааму и говорит, как он говорит сейчас нам с вами: «Я здесь, давай будем идти вместе». Об этом моя сегодняшняя проповедь. Бог говорит вам посреди проблем: «Я здесь. Давай будем идти вместе. Давай пройдем эту долину вместе. Давай вместе пройдем этот шторм или этот огонь. Я с тобой, я твой пастырь. Даже если ты пойдешь долиной смертной тени, ты не будешь бояться зла, потому что Господь с тобою. Он хранит тебя, Он твое прибежище, Он твоя скала на все времена». Он говорит вам: «Я хочу провести тебя через этот период во имя Иисуса. Я накрою для тебя стол в присутствии твоих врагов. Я сделаю для тебя что-то хорошее». Еще в самом начале пандемии я говорил вам, что самое важное — это работать над нашими отношениями с Богом. Это не должно стать формулой. У нас должны быть живые отношения с Богом. Михей говорит: «О, человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом твоим». Я верю, что нас ждет великое пробуждение, но оно будет необычным. Это пробуждение принесет справедливость, реформацию и перемены. Это пробуждение уничтожит бедность, искоренит коррупцию и заставит людей склониться перед Царем царей и Господом Господ. Если верите в это, скажите «Аминь». Это будет прекрасная серия проповедей. Мы будем говорить о Боге, который учит наши руки Библии. Если говорить о нашем хождении с Богом, то вначале мы знакомимся с Богом и с тем, как Он действует. Затем мы учимся подражать Богу, как дети, а также как воины. Иеремия говорит: «Пусть мудрец не хвалится мудростью, сильной силой, а богатый своим богатством. Пусть тот, кто хвалится, хвалится тем, что понимает и знает меня, тем, что я Господь, творящий милость, правосудие и праведность на земле, потому что это мне угодно, возвещает Господь». Генри Форд сказал: «Ходящие с Богом всегда приходят в свое предназначение». Также Дуайт Муди сказал: «Если я хожу с миром, то не могу ходить с Богом». Один из апостолов, кажется, Иоанн, сказал: «Дружба с миром — вражда против Бога». Если вы хотите дружить с миром, то не можете оставаться другом Бога. Я уже говорил об этом ранее. Дружба требует полного посвящения, а не так, как у молодых людей: сегодня мы лучшие друзья, а завтра мы уже не знаем друг друга. Сегодня мы общаемся, а на завтра я тебя не знаю. Сегодня я общаюсь с тобой, а на завтра у меня больше нет на тебя времени. Бог желает быть вашим лучшим другом на всю жизнь. Аминь.
Правда, молодые люди? Ну-ка, скажите аминь на это. Бог желает быть вашим лучшим другом. Аллилуйя. Я верой проповедую к полному залу. Я не вижу пустого зала. Я вижу переполненный зал. Людей, которые не могут найти себе места. Они готовы даже разобрать крышу, потому что изголодались по Богу. Скажите аминь во имя Иисуса. Джек Хейлс сказал, «Могущественная сила Божия приходит тогда, когда люди учатся ходить с Богом». Пророк Даниил сказал, «Люди, знающие Бога, усилятся и будут действовать». Леонард Рейфл сказал, «Умные люди ходят по луне, бесстрашные люди ходят по дну океана, а мудрые ходят с Богом». Мудрые люди, не пропустите причастие завтра вечером в 18:30. Мы будем говорить о принципах мудрости, как слышать голос Божий, как ходить в том, что Бог приготовил для вас. Чем дольше вы ходите с Богом, тем сложнее вам разбить коленку. Если вы ходите с Богом, то у вас есть что-то особенное, что-то другое, что-то мощное. От бытия, от самого сотворения, желание Бога было четким и ясным. Бог создал человека по своему образу, равным себе для общения. Если мы собираемся пройти эту пандемию, этот карантин, а также вернуть себе все, что мы потеряли, если мы хотим увидеть серьезные перемены в ЮАР, то они придут только одним путем. Нам нужно научиться ходить с Богом, нам нужно научиться различать Его голос, как слышать голос Божий в долине. Мы должны быть настроены на небеса. Вот в чем разница. Пусть мудрец не хвалится мудростью, сильный силою, а богатый своим богатством. Мы знаем, что сегодня у человека может быть много денег, а завтра их уже нет. Но есть одна вещь, которой вы никогда не лишитесь. Это ваше отношение с Богом. Разве не над этим всем нам нужно работать? Я не говорю о труде по плоти. Разве не отношения с Богом должны стать нашим главным желанием, если все завязано на них, не на апостолах, не на пророках? Не на политиках. Авраам служил своему отцу. Он был благословенным человеком. Вместе они поклонялись чужим богам. И вот к Аврааму приходит Бог. Он приходит ради общения. Бог говорит Аврааму, «Я здесь. Давайте вместе». Утром я начал новую серию проповедей. Если вы еще не смотрели ее, то посмотрите. Авраам назван другом Божьим. Мне это очень нравится. Авраам... Отец нашей веры, Авраам, с именем которого мы являемся. Христос — это семя Авраама по обетованию. Когда Бог призвал его, это был призыв к близким отношениям. Все вытекает именно из этого. Изучая Библию, мы видим, какой Бог настоящий. Мы были созданы по образу Божьему. Да, Бог невидимый, потому что мы не можем увидеть третье небо, но Он реальный. У Него духовное тело, Он сидит на престоле, а справа от Него Иисус. Я знаю, что Дух Святой сейчас с нами, чтобы вести и направлять нас в наших отношениях с Богом, но Бог вполне реальный, и Он проявлялся на протяжении всего Ветхого Завета. Еще за 430 лет до закона Бог пришел к Аврааму ради отношений. Бог явился Аврааму в телесной форме. Не в каком-то там мистическом дыму. Когда речь заходит о славе, люди всегда ожидают чего-то мистического, ожидают увидеть облако или нечто подобное. Скажу это еще раз. Бог более реален, чем вы можете представить, а Его голос невероятно четкий. Вам лишь нужно научиться различать Его голос, ходя и общаясь с Ним. Нам нужно превратить наши разговоры в хорошие, хождение с Ним. Давайте во время этого карантина сделаем наши отношения с Богом реальными. Никакая формула вам в этом не поможет.
И даже план из 7 шагов пройти этот период вам помогут отношения один на один. Это должен быть диалог с Богом, а не стереотипный монолог, который мы выучили наизусть. Мы приходим к Богу и закидываем его словами издалека, даже не ожидая, что он что-то ответит. Если кто-то и любит общаться, так это Бог. Бог говорит: «Я хочу быть твоим другом, я хочу ходить с тобой, ты вообще со мною?» Мы будто бы ждем Бога, а Бог ждет нас, потому что Он уже протянул нам приглашение. Изучая Библию, вы увидите, как Бог говорит с людьми и строит особые отношения с теми, кто хотят ходить с Ним. Бытие, 3 глава. После того, как Адам и Ева согрешили, они услышали голос Бога в саду. Они слышали, как Бог идет. Я уже рассказывал о том, что в детстве всегда прислушивался к шагам моей матери. Иногда вы лежите в постели, и вам страшно, или вам вдруг приснился кошмар, и вы вдруг слышите знакомые шаги. У каждого человека особенная походка, не так ли? Если вы знаете человека, то знаете его походку. Помню, как меня это успокаивало. Я мог лежать в постели, паниковать или бояться, и вдруг слышу знакомый стук каблуков, не так, как у лошади. Стук-стук, цок-цок. Я слышал, что мама идет, и у меня появлялся мир. Не знаю, через что вы проходите сейчас, но Бог не желает, чтобы вы проходили это в одиночку. Он пообещал, что будет с вами в трудные времена. Он пообещал быть с вами в огне. Он пообещал быть с вами во время бури. Когда ученики начали паниковать во время шторма, Иисус пришел к ним, но Библия говорит, что Он прошел бы мимо, если бы они не позвали Его на помощь. Бог совсем рядом. Он Иегова Шамма. Он ждет близких отношений с вами. Итак, пусть мудрец не хвалится мудростью, а сильный силою, а богатый своим богатством. Пусть тот, кто хвалится, хвалится тем, что понимает и знает меня. Принесите сюда своего ребенка. Побыстрее, давайте, давайте. Кстати, она снова беременна. Кто не знает, это моя дочь. Когда МДЖ родился, он никого не знал. Со временем он понял, это моя мама. Он узнавал ее по запаху. Но помню, как они уехали, я остался один на 5 недель. Это было во время карантина. Когда они вернулись, я взял МДЖ на руки, а он как закричит. Я был для него чужим человеком. Он из моей семьи, но он не знал меня. Он не знал моего голоса. Это не изменило того, кто мы друг другу. Я все еще его дедушка, и в нем есть моя кровь. Если говорить о хождении с Богом, то речь не только о том, что мы дети Божии, потому что есть много детей, у которых нет отношений с родителями. Есть много дочерей, у которых нет отношений с отцом. Я хочу приветствовать всех женщин. Пусть Бог поднимет вас. Пусть Бог делает что-то великое в вашей жизни. Пусть Он исцелит все ваши раны. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим и ценим вас. И мы молимся о справедливости для всех женщин в Южной Африке. Мы молимся о том, чтобы прекратилось всякое насилие во имя Иисуса. Мы молимся о половом равенстве в Южной Африке и во всех странах мира. Пусть этот мир становится лучше и безопаснее для матерей, бабушек и детей во имя Господа Иисуса. Пожалуйста, поаплодируйте всем прекрасным женщинам в нашем мире. О, аллилуйя! Давайте же! Да, можешь оставаться на той стороне. Я понимаю, что для него это слишком громко. Он может узнать меня только в том случае, если я буду проводить с ним время. Теперь он слышит мой голос и понимает, что я не чужой. У нас есть Бог, но почему-то многие люди пытаются услышать Бога через других людей. Некоторые люди хотят, чтобы Бог продолжал использовать пророков, чтобы поговорить с ними. Бог использует пророков, но они не могут заменить общение с Ним.
ослушаться Ветхом Завете, перед тем, как дать Моисею 10 заповедей, Бог пришел к народу израильскому очень зрелищным. В Боге нет ничего скучного. Он не бежевый, блеклый, нудный Бог. Бог произносит слово, и трясутся горы. Гремит гром. И люди настолько испугались, что решили держаться от него подальше. Это еще мягко сказано. Они убежали на 30 километров. Это вам не товарищеский марафон, где бегут 50 тысяч человек. Там бежало 2,5 миллиона человек, потому что пришел Бог. Подумайте об этом. Сердца людей были в неправильном положении. Они не желали отношений с Богом, а Бог спустился вниз после того, как вел их с чудесами и знамениями, как Он делает это и сейчас. И когда Бог пришел, чтобы пообщаться, чтобы заложить основания для этих отношений, они убежали на 30 километров. Только представьте себе, 30 километров. Затем они послали кого-то к Моисею и сказали: «Пусть больше Бог не разговаривает с нами. Мы не хотим разговаривать с Богом. Ты сам с ним разговаривай. И передавай нам, что он сказал». Так они установили параметры и принципы их отношений с Богом. Это было началом религии. Когда люди думают, что не могут иметь отношения с Богом, не могут с ним говорить, когда люди думают, что Бог не открывается им. Забегая вперед, скажу, когда Иисус спрашивал у учеников, кем считают его люди, они ответили: «Одни считают себя пророком, другие — Иоанном Крестителем, а вы кем меня считаете?» Петр ответил ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, потому что не кровь и плоть открыли тебе это, Отец мой, сущий на небесах». Впервые за тысячи лет обычный рыбак услышал голос Божий. Вот что такое прорыв и откровение. Именно на этом откровении и способности слышать голос Божий Бог и собирался построить свою церковь. Не может быть никакого общения без диалога и без слушания голоса другого человека. Давайте-ка я скажу это еще раз. Одна из величайших привилегий спасения — это возможность слышать Бога, хотя миллиарды людей столкнулись сейчас с этой пандемией. Наш Бог весьма личный, и Он требует личного времени, внимания. Только так Бог может открыть нам свои личные планы. Воля Божия весьма понятна. Бог выступает за взаимоотношения. Он говорит, что даже волос с вашей головы не упадет без его знания об этом. Бог желает быть рядом с каждым из нас в это время, как наш Отец и наш друг. Вы можете сказать: «Я дитя Божие, и это куда круче, чем быть другом». Но для родителя огромная радость, когда его дети становятся его друзьями, потому что так общение с этих пор улучшается. А у детей такого выбора нет. То есть мои дети не выбирали родиться на свет. Бог спас меня по благодати, а не по моим делам. Я дитя Божие по благодати, и никто не отнимет этого у меня. Мое имя записано в книге жизни Агнца. И теперь мои отношения с Богом — это уже мой выбор. Слушайте, не отвлекайтесь, пожалуйста. Теперь мои отношения — это мой выбор. Только подумайте об этом. Хотя я уже ребенок, я могу иметь более глубокие отношения с Богом. Это касается любого человека, потому что Бог нелицеприятный. Не только апостол или пророк, но каждый человек. Рыбак, как Петр. Первые ученики. Неграмотные, необученные люди смогли перевернуть мир, потому что они были с Иисусом.
Они имели личные отношения с Богом, но они были обычными людьми, которые делали необычные вещи, потому что они ходили с Богом. Послушайте меня. Иногда вы говорите об отношениях с Богом, а люди говорят: «А, я это уже слышал». А вы это вообще как это практикуете? Если все зависит от ваших отношений с Богом, ваше служение, ваш бизнес, ваш брак, ваше будущее, все в вашей жизни завязано на вашем хождении с Богом. Однако именно этим аспектом мы чаще всего пренебрегаем. Нам нужен пророк. Нам нужен проповедник. Тот, кто сделает что-то зрелищное и даже развлечет нас, и мы не хотим слышать о том, что мы и сами можем слышать голос Божий. А где вы сейчас? Какие у вас отношения с Богом? Бог не против вас. Он послал Иисуса в этот мир, чтобы примириться с вами. Первое, о чем заговорил Бог, о том, что Он хочет отношений. Бог желает ходить с вами, и сделать это очень просто. Вы спросите, как? Первый шаг — это открыть свое сердце и сказать: «Иисус, я хочу этих отношений с Богом. Я принимаю Тебя как путь, истину и жизнь. Поэтому давайте-ка мы сейчас помолимся. Я знаю, что вы желаете этого. Положите руку на сердце и просто повторяйте за мною: «Господь Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу, чтобы Бог был моим отцом. Спасибо за то, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Я делаю первый шаг в моих отношениях с Тобой, Боже. Иисус, мой Спаситель. Аминь». All of my
Приготовьтесь к движению Бога, потому что Бог готовится потрясти небо и землю. Бог возьмет самых меньших и поднимет их на высоты во имя Иисуса. Богу не проблема поднять кого-то из ниоткуда, а затем сделать из этого человека президента, который будет выступать от имени Бога на наивысшей должности, который будет советоваться не с политиками, а с Богом. Он будет молиться, молиться и молиться, а Бог будет двигаться так, как вы еще никогда не видели. Это то время, когда Бог потрясет небо и землю, и люди будут бежать в Дом Божий во имя Иисуса. Скажите «Аминь». Аллилуйя.